Главное предложение только сегодняшнего дня от лидера продаж, от топа продаж, от бренда номер один, с которым пришло более 15 тысяч постоянных телезрителей. Это универсальная повязка на любую зону вашего организма, которая вам необходима. Причем все сталкиваются с проблемами боли в суставах. Мы понимаем, что начиная от 25 лет мы страдаем. И эти боли приносят нам, конечно же, очень неприятные ощущения. Универсальная повязка для всех суставов подходит абсолютно всем. Голеностопные, лучезапястные, локтевой, коленный, плечевой суставы, поясница, спина, шея, тазобедренный сустав. Все изделия имеют сертификат Еврообразца. Это медицинские изделия. Они не имеют совершенно противопоказаний, то есть без противопоказаний. А самое главное, что сегодня действует цена карты Prime. Если вы сделали уже заказ и у вас есть карта Prime, для вас цена 2374 рубля, потому что мы российский телеканал Shop & Show. Я представляю вам настоящую волшебницу, главного эксперта, представителя бренда Artrade, арт-терапевта, психолога, да, человека, у которого 4 высших образования, нашу любимую волшебницу Светлану Крисько. Светланочка, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот действительно микросферы помогают, мне кажется, уже совершенно всем, даже тем, кто звонит и думает, ну, я не знаю, я попробую заказать, поможет или нет. А потом звонят и говорят, ребята, это волшебство, мне да, помогло. Да, и мы, ну, у нас, как, мы уже полтора, скоро будет 2 года, как мы выступаем. И звонки, которые поступают, они нас радуют да, необыкновенно, потому что звонят пожилые люди, которые говорят о том, что буквально приложили, не помогала десятилетиями боль, которая начала проходить и вообще ушла. Так вот, это действительно так. Но сейчас я вам расскажу несколько необычную историю, потому что это происходит сейчас, а сейчас мы болеем какими-то странными вирусами, и состояние нашего организма просто не похоже ни на что, что было с нашим организмом когда-то. И вот я вам рассказывала о том, что я дважды болела ковидом в 2020 году, в январе и в ноябре месяце, да, и я говорила о том, что я обернутая микросферами лежала, и что у меня сатурация была отличная, и что воспаление легких у меня закончилось, который, то есть ни больницы, ничего у меня не было, потому что я справилась благодаря микросферам, что были дома. Вот сейчас я вам должна сказать, я заболела 3-й раз ковидом. Это со мной произошло в январе месяце. Вот, пришли, мой внук заболел, и я особых респираторных заболеваний не чувствовала, но я ее увезла из школы. И думаю, ну, на всякий случай вызову, чтобы хотя бы есть или нет у меня. Вот. Но самое странное, что у меня не респираторными заболеваниями, мне пришли, проверили, у меня ковид. Так вот, у меня ковид сразу ударил по суставам. И вот я вам сейчас расскажу просто потрясающую историю, которую я вот переживала 2 месяца, можно сказать. Вы знаете о том, что я себя великолепно чувствую, что вообще у меня ничего не болит, и что в совершенно прекрасное состояние, и вдруг я сижу с внуком, везу его из школы. Вот поймите, как действуют вот эти новые вирусы. Это вообще что-то очень странное. Вот я везу его в машине, и он попросил меня, мы заходим с ним в кафе, Макдональдс, еще куда-то. Я сижу с ним, разговариваю, и мы с ним беседуем о жизни, философствуем. И у меня вдруг, просто вдруг заболевает позвоночник, затем меня ударяет в сустав тазобедренный, в коленный и дальше в стопу. Расстреливающее такое. И я, да, я сижу с ним, разговариваю и думаю, ничего не понимаю, что со мной происходит. Я ногу положила на стул, значит, в кафе, потому что была такая боль. Я думаю, вообще ничего не понимаю, что со мной. Я иду с ним по магазину, боюсь ему сказать, что я еле иду. У меня такая боль в ноге. Мало того, я пришла домой, дочка на утро звонит, что он заболел. Вот, и я вызываю врача, чтобы проверить. У меня болела так нога и позвоночник, и суставы, что я не спала ночь. Я ни стоять, ни лежать, ни сидеть, ничего не могла. Я при этом на матрасе, я при этом в брючине. Артрит еще выпускает такие брючины, у нас пока их нет. Вот. Я, значит, в этой брючине, чтобы вся нога немного затекает, но
боль не прекращается. Я была удивлена, невозможно. Я на утро вызываю врача, они берут, через день мне говорят, что у меня ковид. И я, понимаете, у меня никаких респираторных заболеваний, ничего. А у меня боли в суставах. Дальше что происходит? Второй, третий день боль не прекращается. В микросферах она всего лишь затихает до терпимой. А если мне встать, например, в туалет или пойти попить воду, вы это понимаете, будет. Я не могла ни душ принять, ни в туалет не сходить. Такая боль. Чтобы сходить в туалет или принять душ, я буквально стонала от боли. Да, и да. Ложилась, когда в микросферы мне было хоть легче без стона. На четвертый день я уже не могла больше этого терпеть. Я же, знаете, я не пользуюсь ни лекарствами, ни биодобавками, ничем. То есть одни микросферы. Но я вызвала скорую помощь, потому что терпеть не было, никакой не было возможности. Приехали двое мужчин молодых, вот они говорят, ну мы вам сейчас сделаем укол, посмотрим, значит, что вам станет ли легче. Они мне сделали укол, мне легче не становилось. И, немного как бы где-то. Я в результате целую лекцию им прочитала в микросферах, потому что они увидели меня на матрасе, завернутую все, и ушли мои любимые врачи с двумя подушками, с двумя очками. Потому что один врач сразу засунул вот себе в грудь эту подушку. Вот, я все им объяснила, что они делают и так далее. Так вот, я вам должна сказать, что вот эти все боли, просто вы сейчас болеете этим заболеванием. Они будут затихать, но будут болеть. И вы не волнуйтесь. Через месяц только у меня все прошло. Месяц, понимаете? Но самое главное прошло, любая зона, то есть сегодня универсальная повязка, которая не имеет противопоказаний, которая имеет евросертификат медицинского изделия, которая совершенно всем сегодня представлена, если у вас есть карта Prime, со скидкой. А самое главное, посмотрите, мы не поднимаем цены. Мы действительно гордимся нашим телеканалом, что мы держим цену. Мы не знаем, когда будет следующий день здоровья и заботы о себе. Сегодня заботьтесь. Мы заботимся о вас. Мы любимый телеканал Shop & Show.